ребята, меня зовут Настя, и я рада видеть тебя на своем канале. И в этом видео по вашей просьбе я расскажу два самых простых способа, как нарисовать стрелки на глазах подводкой, даже если вы это не умеете делать. И да, если ты первый раз на моем канале, то обязательно не забудь на меня подписаться, потому что только так ты не пропустишь мои новые видео и узнаешь много полезного из них. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что я очень стараюсь и веду его в одном стиле, так что буду рада видеть там каждого. А теперь поехали! Для начала нам, собственно, понадобится подводка. Потом прикладываем нашу подводку к глазу и видим, где должна проходить первая линия. Она должна идти ровно под этой. И начинаем ее прокрашивать. Получилось что-то типа этого. Далее мы проводим еще одну линию, и выглядит это так. Ведем ее до середины глаза. Закрашиваем. Пока мы наблюдаем вот такую вот картину. Далее во всех местах, где недостаточно ярко легла подводка, мы докрашиваем. Также закрашиваем вот эти вот пустые беленькие места. И не забудьте, что наш кончик должен быть максимально острым и красивым. Если он получился недостаточно острым, как у меня, вы не переживайте. Просто берем средство для снятия макияжа, капаем на кисточку и делаем вот такую махинацию. На выходе мы получаем вот такую ровную стрелку. А второй способ еще проще предыдущего. Правда, для него вам понадобится не только подводка, но еще вот такая скошенная кисть. После того, как мы нашу кисточку обмакнули в подводку, мы делаем все то же самое, что я вам показывала в первом способе. Просто только за счет того, что мы будем рисовать стрелку кисточкой, она будет гораздо лучше растушевываться, не будет таких четких контуров, и за счет этого наши ресницы будут визуально пышнее. Не забывайте заполнять пустые промежутки и делать острый кончик. И не забываем, что все наши недостатки и неровности мы можем смыть кисточкой, смоченной в средстве для снятия макияжа. Именно так мы получаем вот такую ровную стрелку. И в принципе на этом все. Если тебе понравилось это видео, то обязательно не забывай ставить свой пальчик вверх. Тебе не сложно, а мне приятно. Не забывай про подписку, если ты этого до сих пор еще не сделал. Всем желаю хорошего дня и пока.